У нас-то все под контролем. Тут еще есть какая-то, блин, проблема, но я хочу вернуться и начинать расстраивать дальше наш городок. Круто! И ты здесь? Загляни на мой склад, пожалуйста, если найдешь время. Хорошо, дорогой. Заглянул на твой склад, но что у нас есть? Значит, у нас арктический космопорт. Апгрейд, я насколько понял, да. Орбитальный дозор еще опаснее, чем мы думали. Должно быть, у Дрейка много тайных сторонников. Союзу необходимо усилить свое присутствие на Луне. Для этого надо отправить на Луну целый флот челноков с колонистами. Самое время заняться исследованиями космических технологий. Блин, это хорошо. Внимание! На производстве требуется больше рабочих. Анализ потребления демонстрирует потребность в ряде товаров. Так, это что такое, блин? А как я тебе... Как я тебе, блин, эти витамины сюда достану? Не достану эти витамины, мне нужны консервы. Консервы нужны. Консервы. Где вы? Так, где еще тепло есть? Тут тепло есть. Тут тепло есть. Тут тепло и тут тепло. Уже где только возможно. Тут, тут. 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 Почему рабочая сила не увеличивается? Сотрудники, склады, эксплуатация. Недостаточно рабочей силы для производства. Почему мы не сидим по домам? А какой еще, блин, вам нужно? Какая еще вам нужна рабочая сила, друзья? Вы надо мной издеваетесь. Так, я что-то не понимаю на самом деле. Консервы делаются где? Тут. Нет, тут рыбу разводят. Нет, тут да, из рыбы делают консервы. Не хватает рабочих. Логистика, транспорт. Все с логистикой там, в принципе, нормально. Турбины. Это у нас... Что это у нас? Электроэнергия. Тут тоже не хватает рабочих, кстати. Аж минус 25. Значит, тут надо еще понастроить немножко. Тут уже некуда. Тут уже некуда строить. Так, окей. Давайте займемся... технологиями будущего. Мировой рынок. Тут есть что улучшить. Так, мировой рынок. Вот что я хотел взять. Это я хотел взять этих напитков немножко. Вот сюда, да. И что сделать дальше-то, а? Значит, выберите товары, выберите исходный сектор, выберите сектор назначения. Вот отсюда пускай, блин. Нет, наоборот. Отменить. Значит. Отсюда. Товары сюда. Подтвердить. Целый день на морозе. Ваши полярники наверняка оценят лишний источник витаминов. Рад вас видеть. Какими судьбами вы в Cassian Industries? Так, а что у вас есть, здравствуйте, ребята? Здравствуйте. Что у вас есть? Что я еще могу туда перекинуть? Можно использовать новые чертежи. Ух ты. Кредиты, ириди. Что-то мне там понакидали новых. Так, хорошо. Посмотрим, я добился прогресса тут в этом в своей зоне. Да, новые чертежи появились. Так, требуется ученый в регионе Арктика. Откройте меню «Стратегическая карта», создайте маршрут логистики товара. Внимание, так, бухта есть. Произведите товар нейроимплантанты. Воу. Кстати, работники появились, отлично.
Человек ко всему привыкает. Тут что-то валяется. Даже к такому. Нейроимплантанты. Хотя им не хватает консервов до сих пор. Удовлетворен спрос на определенные товары. Да, мне надо им больше консерв дать. Ребятки, сначала я вам консервы хочу дать. Консервный завод, и он тут тоже тепло делает отлично. Так, и что там дальше? Вечная зима. К этому привыкаешь. Еще консервы? Да вы обжоры, господа. Хотя уже рыбы будет не хватать. А мы построим еще одну рыбу. Прям тут. Так, рыбу построили. И еще один консервный завод. Вот так. А, черт, ладно, хрен с ним. Будет немножко корявый. Так, новые чертежи даже получили. Доступны здания нового типа. Рыбы не хватает. Ай, блин, логистика. Одно за другим, одно за другим. Проблемы идут. Проблемы в одиночку не бывает. Значит, вот тут у нас напряженная логистика, да? Вот сюда мы и бэхнем, наверное. Логистику. Так, теперь что у нас с потреблением? Еще один завод консервный, и будет все окей, да? Еще один глаза консервный. Глаза боятся, руки делают. Очень что-то тяжело накормить пацанов тут. Все. Нейроимплантанты им нужны. Отлично. Значит, так, произведены нейроимплантанты, но для этого нужно молибденовую шахту зафигачить. Вот тут это можно сделать. Сразу проводим к ней дорогу. К этой шахте. Вот так. Есть, заработало и имплантанты. Ух, хорошо, тепло будет пацанам. За нами не угнаться. Лэйшен Электрисити растет со скоростью света. Так. Отлично. Эти имплантанты нужны для подключения к системам управления и связи в космосе. Электроэнергия опять не нужна. И эта электроэнергия добывается вот тут. Так, вот отсюда мы протянем. Внимание, нехватка энергии. Все, хватка. Так, и сейчас надо будет дома апгрейчивать. Только, блин, опять же, что-то не хватает постоянно. Источник тепла. Блин, ну тут же я строил, в принципе, нормально. С теплом должно было быть. Так, тут производятся имплантанты, отлично. Общественный центр. Постройте и соедините с транспортной сетью. Для чего он нужен вообще? Для этого потребность соединения в пище. Разместите неподалеку от жилых зданий. Так, окей. А он, кстати, да, не прогревает. В такие времена важно, чтобы у людей была возможность собраться и обсудить новости. Это поможет сбросить напряжение. Блин, мы попали в деньги. Система разум корабля. Мы попали в деньги. Зато по всем остальным показателям мы в плюсе. Чтобы деньги нам окупались, надо еще домиков, правильно? Я размышляю, да. Да, я правильно размышляю. Вмещаться хорошенько сюда. Так, я тут дорогу еще немножко протяну. Все, это что? Ну, уже? Что скажете? Уютно тут у нас?
почему недостаточно уровень доступа к общественным центрам? Ну на тебе общественный... Блин, нет, это дорого. Сейчас опять в деньги попаду. Да вы издеваетесь. Уютно и сыто. Больше просить не о чем. Витамины даю, сообщество тут есть. Тут сообщества не хватает. А ну, попробуем построить. Блин, такой минус. Просто колоссальный минус. А, черт. Чё-то, мне кажется, я слишком зациклился на развитии. Мне кажется, уже предостаточно. Я не обращаю внимания на потребности в заданиях. Так, ну тут все уже выполнено. Требуется ученые в регионе Арктика. Ядерная физика. И почему эти ученые не появляются? Скажите мне, пожалуйста. Здравствуйте. Зайдете в гости? Вот тут им всего хватает, кроме витаминов. Я понял. Теперь мне надо, знаете, что сделать? Мне надо вернуться, короче говоря, вот сюда. Тут еще сделать производство витаминов и продавать в Арктику себе же. Офигенно. Так, я прям вернулся. Вернулся в свои угодья первоначальные. Так, значит, что нам нужно? Фрукты. И после фруктов у нас тут все обеспечено. Да, нужно еще одну фруктовую фабрику построить. Я уж призабыл, какая... Так. Вот. Фруктовая фабрика. И уже не хватает... Спрос на ряд товаров не удовлетворен. И этот витаминный еще нужно тоже построить. Так, вот эти кредиты, я понял, и там, и тут у меня в одинаковом. Короче, я тут могу баланс исправлять. В принципе, да. Я могу и тут исправлять, но это... Ух ты, не хватает теперь у нас кобальта. О последующих шагах. А как это кобальта может... А, тут... А, логистика. Ясно. Ясно, детка. Так, я прям не успеваю за этими потребностями дурацкими. Везде они нужны. Тут у нас, блин, фруктового не хватает. Нужно фруктов еще, еще фруктов настроить. Так. Еще нужно? В принципе, нет. Все. Теперь я могу торговать. Я сейчас отправлю отсюда туда. Так, что мне делать с этим балансом кредитов? Мне нужно население. Население, видимо, там мне надо будет увеличить. Хотя я могу тут немножко население поднастроить, да? Да. Тут население. Да, тут апгрейды могу делать. Черт побери. Почему бы и нет? Новые чертежи. Можно использовать новые чертежи. Так, все начинается. Баланс начинает уменьшаться. Это хорошо. А чего мне тут не хватает, ребята, чтобы дальше апгрейды делать? Чего-то мне тут не хватает. Ух ты, тут уже нужны. Какие-то еды уже не хватает. Черт. Спасите анализ меня. Анализ потребления демонстрирует потребность в ряде товаров. Ну, я понял, да. Так. Эх, промахнулся. Мне кажется, все-таки тут мне будет легче исправить все потребности. Так, электроэнергии сейчас будет не хватать. Еда в плюсе. Вода уже в минусе. Вода. Заводик надо еще один опреснительный поставить. Только я вот не... Ух ты, а это что такое тут происходит? А, это места, где можно на карте поставить, я понял. Значит, сюда бахнем. Заводик. Блин, и опять у меня...
проблемы с кредитами. Не так уж легко их решить, на самом деле. Каждое следующее здание все меня вгоняет и вгоняет в долги. Так, тут все довольны? Вот кроме, блин, вот этих омолаживающих. Но я сейчас не готов тут омолаживающие производить. Нейроимплантантов не хватает. Окей. Так, давайте немножко поторгуем. Так, я выбираю вот эту хрень. Отсюда сюда. Не 6, а 4. Пока что хватит. Обработка данных. Все, да? Я утолил необходимость в витаминах, надеюсь. Фу, блин, как тут все все-таки запутано, но прикольно. Все, видимо, дома теперь при том, что у меня хватает витаминов, теперь я могу. Да. Теперь я могу делать апгрейды домиков. Значит, я сначала буду тут делать апгрейды, где хотели? Тепло. Список достижений обновлен. Где тепла побольше. Это что уже? Блин. Опять я в кредиты попадаю. Постоянно. Что? Какие жертвы ради науки? Я ничем не жертвую. Пенометалл еще нужен. Нужен пенометалл. Как ускорить? Осторожно. Эти люди сначала стреляют, потом задают вопросы. Какие люди? Ты про кого, дружище? Блин, зачем меня так сейчас озадачивать всякими людьми? Меня интересует, если тут есть, короче говоря, в настройках. Блин. А нет, есть. Так, игровой процесс. Ту-ту-ду. Сохранение включить, бегущее включенное свободно, обучение, ту-ту-ту, горячие клавиши, желудок, перенос, нос, улучшение, вращать камеру, отрядить камеру, увеличение часовой стрелки, тух-тух-тух, так, техника, корабль, пауза, ускорить игру, плюс, до плюс, это что такое? Что это за дополнительный плюс? Ну, вот дополнительный плюс на нумпаде, что ли? Ну, я вроде нажимал, не помогало. Замедлить доп минус. Ну, давайте тогда вот так. Да, оно так и есть. Окей. Мне бы, для моего понимания, где-то бы это показывали. Так, у меня почему-то кредиты уменьшаются. Я сейчас могу обанкротиться на самом деле. Ну, что скажете? Я могу обанкротиться. Надо срочно, короче говоря, переходить на ту карту и там как-то восстанавливать. Мы выделили вам новые ресурсы. Используйте их с умом. Да, мне вот нужно добиться нового нормального кредитного баланса, черт побери. Нормального кредитного баланса. Ученые в Арктике нужны, я понимаю, но, блин. Добрый день. Особенно теперь, когда вы зашли. Да, добрый день. Чего не хватает, ребята? Вам не хватает наркоты, блин. Окей. Внимание. Спрос на ряд товаров не удовлетворен. Хотите наркоту, будет вам наркота. Водоросли. Где оно, блин, ставится-то? На любом месте? Нет, конечно, не на любом месте.
Мне на этом острове осталось одно место. Вот все. Для водорослей. Все, больше нету. Что будет дальше, я не знаю. Мне надо будет обустраивать другой остров. Так, это есть. Теперь инкубатор синтетической ткани. Тут биометрическая лаборатория. Ну все. Довольно? Я в электроэнергию опять попал. Вот теперь вот проблема. Внимание. Перегрузка энергосистемы. Так, энергия 50. Ага. Для этого. Двигай эту глупую идею, пока можешь. Что такое? Мы вышли на новый уровень. Значит, ставим электроэнергию тут, воздушную. Потому что водяную я уже электроэнергию поставить не могу. И тут все. Потребности ушли. Синтетические ткани. Надо две таких лаборатории, да? Внимание! Не удовлетворен спрос на определенные товары. Да я понял, успокойся. Теперь с логистикой проблема, отлично. Теперь с логистикой проблема. А теперь опять с электроэнергией проблема. Ух, как весело-то, а, живется на свете. Можно использовать новые чертежи. Мне кажется, я в какую-то утопию попадаю. У меня, блин, опять в кредиты залезаю. Меня это очень беспокоит. Новые чертежи, я согласен, это отличная информация насчет новых чертежей, но... Я в попандосе. Я не знаю, что с кредитом делать. Так. Азарт суда 10% баланса. Сотрудники дают склады. Сотрудники. Я не могу улучшать сотрудников. Добрый день. Особенно теперь, когда вы зашли. Я не могу тут улучшать, поэтому мне все-таки надо вернуться на Арктику. Блин, пробовать там, я не знаю. Так, а что тут нам? Имплантанты? Ух ты, теперь я могу оттуда имплантанты сюда завозить, да? А ну, неужели тут есть потребность в имплантантах? Нету. Тут потребность. Глаза боятся, руки делают. Да, есть, короче, потребность в имплантантах. Отлично. Значит, теперь оттуда я смогу сюда продавать. Ой, как все классно. Заворачивается-то. Ну вы понимаете? Вы понимаете, как все. Как все серьезно. Так, значит, с Арктики. За нами не угнаться. Лэйшен Электрисити растет со скоростью света. Сюда? Нет. Отсюда? Отмена. Значит, что я хочу? Маршрут добавить. С Арктики имплантанты отсюда, сюда. Два штука. Подтвердить. Устанавливаю связь. Все, а пока мы тут увеличим производство имплантантов. Эти имплантанты будем поставлять в бухту Олдбрук. Так, тут можно уже апгрейднуть дома. Но мне хотелось бы имплантанты еще сделать. Для этого нам что необходимо? У нас есть, да, плюс эти пружины. Поэтому еще один заводик имплантантов мы можем себе позволить. Вполне. Вполне. Так, всего вроде бы хватает. И эти 4 имплантанта мы можем продать, опять же, на вот эту нашу большую землю, бухту Олдбрук. Так, этот маршрут мы немножко изменим, да? До 6. Вот так. Полностью мы. Обновляю данные. Хорошо. Все. Так, тут довольны, да? Сейчас мы проверим, довольны ли. Добейтесь положительного кредитного баланса в зоне Олдбрук.
Я пытаюсь, дорогуша, я пытаюсь уже всеми силами и фибрами своей души. Вы бы предупредили, у меня холодильник пустой. Безопасность им нужна, кстати, еще. А безопасность я пока что ему обеспечить тут не могу, да? Да. Поэтому улучшение пока что не предвидится. Ну и как мне добиться еще положительного? Домов еще понастраивать. Хорошо. Вы добились результата. Объединим усилия. Эта информация нужна и нам, и вам. Блин, я еще что-то тут выполнил, какое-то задание. Какое задание выполнил? Я вам нравлюсь, правда? А знаете, что нравится мне? Сданная в срок работа. Блин, я если бы понимал, что ты имеешь в виду, сучка. Так, биополимеры. Погрузить на вашу технику 50 единиц товара из космопорта. Доставьте груз заказчику. Окей. Из космопорта. Биополимеры, да? А где у меня биополимеры? Вот они. Есть. А, без проблем. Мне нужны кредиты, черт побери, кредитный баланс исправить наконец-то уже. Почему я в минусе, я не могу понять. Почему-то я в минусе. Ну, чем я могу вам помочь? Тут апгрейдить могу, но чего-то мне не хватает. Нет здания этого типа. Ну что это значит, нет здания этого типа? Максимальная мотивация, все, тут должен апать и апать. Чего вам не хватает, сучки? Так, все, приплыл сюда. Погрузить. 50 единиц. Может отсюда погрузить? Подтверждаю. Полный вперед. Так, берем, погрузить на вашу технику 50 единиц из космопорта. Доставьте грузы к ящику. Нет, все правильно. Снабжение, логистика, профицит даже. Но почему у меня тут не было никакой информации для погрузки? Нету, тупо нету, я не знаю. Выберите предприятие, постройте модуль, используя графин. Кредиты. Эх, так, ладно. Простите, я сейчас тороплюсь. Я Энтони Гудвин, министр торговли. Теперь ваша компания – участник мирового рынка. Зайдите ко мне, и мы поговорим подробнее. Да о чем? О кредитах? О чем мы еще с тобой можем говорить, дружище? Нам говорить не о чем. Нам говорить с тобой пока что не о чем. Мне нужно больше обычных домиков. Больше обычных домиков. Для них электроэнергии не надо, это хорошо. Ой, как-то криво я это сделал. Надо исправлять положение. Еще надо.
Так, дороги, дороги. Еды хватает пока что. Наркотиков тоже, роботов тоже. Всего хватает. Что еще надо? Еще немного, еще чуть-чуть, и мы будем в позитивном балансе. Слово. Руководство? Кто? Что такое? Что такое? Отстанет от хорошо. Меня. Надо иметь в виду этот вариант. Не понимаю, что ты имеешь в виду. Так, опять у нас с балансом, блин, проблемы. Я не знаю, как с этим балансом. Я постоянно попадаю в деньги из этого дурацкого минусового баланса. Население надо увеличивать. А у меня уже тут на острове места практически не осталось. А какие потребности, в ну принципе? Да. Еда, вода, информация. Ой, тут уже информации не хватает. Вот это попандос. А если я поставлю им Wi-Fi точку, то, блин, это минус 1000 кредитов опять. А я не хотел бы опять влезать, блин, в долги. Короче, пока что бухти тут оставим. Это как было. Посмотрим, что у нас тут. Зайди ко мне при случае, ладно? Как будет возможность. Хорошо, дружище, зайду. Меня напрягает то, что... Ну, что скажете? Да, уютно тут, у нас? Пена металла у меня... Ой-ой-ой, опять в минус пошло в минус. Какого черта? Сколько... Чистый воздух, снег сверкает, маленький белый рай. Необходимый только пенометалл. Так почему меня загоняет в минус эта хрень, а? А, это не это меня загоняет в минус, на самом деле. Что-то другое. Это наоборот меня в плюс вытаскивает. Так. Все, не хватает пенометалла опять. А я боюсь, блин, короче, строить. Лучше давайте повыполняем еще второстепенные задания. И за это время пенометалл появится у нас тут дополнительный. И мы сможем еще поулучшать. Потому что если я буду дальше строить заводы, я чувствую, что у меня начнутся проблемы опять с кредитами. А я не хочу проблемы с кредитами. Меня уже достали эти кредиты. Как точно? В печенках сидят на самом деле. Я не думал, что тут пути. Такая, блин, будет именно сложная хрень. А что это? Координаты приняты. Трёхчисленные исследования ученые в зоне протекторат Кинангейт, правильно? Ну, 200 ученые, все равно. Ага, мне нужно продержаться просто на этом, на это время и все. Значит, я тут сейчас задание выполняю, пути. Еще дополнительное возьму, тоже выполню. Погода, есть. Сильный ветер. Вот, попробуй себя тут. Так, ну разведчик смотрит на ваш флагман корабль управления. Значит, неопознанный объект, соберите, следуйте сигналам дрона. Без проблем. Вот так. Я уже занимался этой хренью дурацкой. Пути. Так, куда ты показываешь? Ну что ты, ну что с тобой? Почему ты отцепился, ублюдок мелкий? Так, хорош, все, поплыли. Вижу, куда ты показываешь. Нам нужно есть. Найти только одну детальку. Меня это успокаивает. Полный вперед. Так, эта деталька где-то далеко, наверное, находится. Видимо. Ой, есть. сюда. Вижу. Координации такая вот, приняты. Блин, мини-игра сделана, игра в игре. Ой-ой-ой, я пропустил. Вот она. Твое решение массово одобряют в сети. Очень хорошо. Помогай другим, и другие помогут тебе. Заказы – хороший способ заработать дополнительные ресурсы. Ну это да, это правда. Пути! Так, я могу еще что-нибудь апгрейднуть пока что. Да, да. Здесь могу, так могу. Тихо, без метели.
Сколько там у меня еще осталось? Еще совсем ничего. Снаружи холодно. Входите. Самая малость. Два домика, да? Или один даже домик. Возможно, один, возможно, два. Я вижу, увеличивается пока что там. Очень даже вероятно, что вообще не надо будет апгрейд делать. Нет, один или два домика еще придется сделать. Осторожно. Эти люди сначала стреляют, потом задают вопросы. Защищать вас. Давай. Подготовьтесь как следует. Это будет опасно. Окей. Так, можно улучшить корабли, да? У меня 4 теперь катера. Но улучшить корабли я не могу. Отказываться от задания я не буду, поэтому отправляемся. Немножко постреляем. Возможно, кредитов заработаем побольше. Гоу-гоу-гоу. Вот вы где. Явились, не запылились. Орбитальный дозор задействовал все свои силы. Они знают, что мы беззащитны и продолжают слать свои боевые корабли. Мы полностью зависим от вашей поддержки. Ты пожалеешь об этом вторжении. Первая волна уничтожит вторую. Да что ты говоришь, блин? Я, блин, всегда, мне постоянно кто-то говорит, что я о чем-то пожалею. Это неправда. Я об этом не пожалею. Уйди. Сейчас тебя наваляю, ублюдку. Ну, конечно же, дополнительные задания будем выполнять с радостью. Дополнительные задания я люблю. Так, все, есть немножко... Пути. Этих штучек для ремонта. Это все быстро сейчас разбираем по-быстрому. Мы под обстрелом. Так, блин, за что вы переживаете? Координаты приняты. Мелких, блин, ублюдков не переживайте. Ух ты. Бой готов. Блин, из моря вынырнуло, сразу нырнуло обратно. Да, 4 корабля все-таки получше. Блин. Так точно. Так, не стоим, не стоим на месте. Уйди. Они пускай стоят на месте и сдыхают. Полный вперед. Сдохни, мразь. Так, возьмем так задание. У Cassian Industries есть работа для ваших специалистов. Уничтожить штурмовики. Зашибись. Задание взял. Подтверждаю. Задание взял, выполняю. Хорош. Я мог заманить вот эти вот этих ублюдков. И как раз подорвать их на тех хрень. Координаты приняты. Хорош. К бою готовы. Так, это что за... Есть! Блин, это самонадящийся. Плывай, 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 блядь. Начинаем ремонт. Мы не гордые, мы, блин, поремонтируемся немножко. Тем более тут топливо вижу дофигища. Ух, там прямо, блин, сдуло. Да, этот кораблик дополнительный, короче, чувствуется, чувствуется. Он добавляет, блин, огневой мощи. По-серьезному. Полный вперед! Так, 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 подобрать не удается, ладно. Боевые посты! Мы под обстрелом. Cassian Industries хочет отметить ваш эффективный подход к решению проблем. Да. У меня как самый эффективный. Он самый простой и самый эффективный. Зачем вести переговоры, когда можно просто приплыть и уничтожить ублюдка? Который пытается нам подтверждаю мешать наших праведных планов. Так точно. Это, конечно, не демократично, я согласен. Ремонт. Зато это действие. Хорошо быть ублюдком. Злым гением, мать его. Я же не просто так назвал свою корпорацию.
Координаты приняты. Потому что у меня злая корпорация. Я привык решать вопросы военным путем. Не разглагольствуя. Пришел. Победил. Или как там? Это пословица. Пришел, увидел, победил. Все. Че тут, блин, сопли размазывать? Мы под обстрелом. Они сыты. Главное, двигайтесь. Так точно. И все враги сдохнут. Раньше вас. Они в головах кружатся от нашего, от нашей маневренности, мать его. Так, получим задание тут. Слушай, я паршивый стрелок. Сделай для меня. Так, взял какое-то задание, хрен его знает, что это за задание. Устраняем повреждения. Устраняем, блин. Блин, кажется, хорошо, что у меня есть дроны. Мне даже особо не нужны эти. Хорош. Особо мне нужны эти щиты всякие электронные. А что это за мелкие такие ублюдыши? Полный вперед! Детонируют тут везде. Боевые посты. Хорош. Красота, еще кто-то подходит. Пути. Это ублюдки. Сейчас вы отхватите от меня. Вы играете слишком долго. Рекомендован перерыв. Ух ты, блин, игра мне рекомендует, короче, 2 часа я играю, она мне рекомендует сделать перерыв. Хорошая игрушка. Подтверждаю. Только сначала надо отхилиться. Начинаем ремонт. Прям, блин, беспокоиться за наших игроков. Так точно. Красавчики, Ubisoft меня удивляет. Так лучше точно. Бы более качественно делала свои продукты, без багов, это было бы... Много приятнее. Мои нервы были спокойны, и я бы за счет отсутствия нервов бы. Так, а что тут плавает? Ух ты, вот что мне надо. Уничтожить. Блин, что-то я не обращал внимания. Вот, 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 давай, 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 орудие к бою, уничтожаем. Огонь! Блин, он атакует, короче. Блин, может мне надо было раньше его перехватить? Я, конечно, не совсем понял. Надеюсь, он не успеет это разбудить или еще. Я его уничтожу раньше времени. Давайте, ребятки, там максимально, давай, давай. Мне хотелось бы эту миссию проиграть. Хорош. Все могло бы закончиться плачевно. Благодарю вас. Если бы не вы, здесь все было бы уничтожено. Да не за что, пацан. Да, это вот, дай мне больше кредитов, и, короче, я с тобой. Мы с тобой в расчете. Так, бухта Олдбрук и Кингейт. Возвращаемся на Кингейт. Пока тебя не было, тут много чего произошло. Есть неплохие задания. Да что ты говоришь? Есть неплохие задания. Какие? Обалдеть! Круто! Так, прости, что дергаю, но у меня аврал. У меня тоже аврал, я опять, короче, в минус попал. Надеюсь, никто не узнает, что я помогаю Йоргенсену. Я опять, мать его, в минусе по кредитам, чтоб вам вы? Пусто было. Какой сюрприз! Чем не хватает? Чего мне не хватает, сучка? Внимание, недостаточно рабочих. Так, ладно, короче говоря, разберемся в этой проблемке, но это сделаем уже в следующей серии. Пока что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии под видео. С вами был Хиткраб, пока-пока, до новых встреч, друзья.